Всем привет, дорогие друзья, с вами Костыль, добро пожаловать на новенький видос, собственно, друзья, узнайте, где я сейчас нахожусь с трех раз, друзья, но пока вы пишете там все это в комментариях, я вам вот скажу, вот, да, друзья, так, все, выходим, друзья, сегодня я вот уже не, друзья, не на девятке, я сегодня на 99-ке, вот так вот я обновился, короче, друзья, это опять деревня жителей номер 13, да, собственно, вот, я всех приветствую, да, если я не проприветствовался, да, не чуть заговариваюсь, ну, короче, с вами Костыль, да, здравствуйте, всем привет, у меня чуть немножко Майнкрафт полагивает, тут жители какие-то жмыхнутые, что, вас жмыхнуло, что ли, или что с вами, житель, что с тобой такое? Ну, пофиг, это, друзья, наверное, какой-то текстурпак Галимы я скачал. Ну, ладно, короче, как вы видите, друзья, я вернулся, я опять сюда вернулся, ё-моё. Да уж, не прошло и года, и двух лет, да, я опять здесь. Кстати, я заметил, друзья, да уж, Друзья, с моим домом что-то ему плохо. Что-то как-то ему плохо, друзья, прям очень. Ну, ладно. Ладно, что же, друзья, поделать? Так, давайте попробуем открыть, соответственно, эту дверь гнилую. Так, хоп-хоп-хопа. Все, друзья. Уф, вообще, пацаны, ё-моё, как же здесь все просто. Даже не особо что не поменялось даже. Да, короче, что с собой, друзья, я взял, собственно. И вообще, давайте я вам расскажу просто, что я, зачем я сюда вообще приехал. Потому что, друзья, смотрите, скоро лето, да? Как бы, что делать в городе? В городе делать практически нечего, да? И как бы я вот решил перебраться в деревню, поскольку я вспомнил, что у меня как бы вот находится здесь вот этот дом. Да, в деревне, друзья, причем в деревне номер 13, друзья, это прям очень классно. Также, друзья, меня еще Матышкин там приглашал, соответственно, ну, его деревню тоже там с ним пожить, там, типа, там, вот это вот, еще, короче, вот, наконец-то мы, наверное, с ним встретимся скоро, ну, вот, две легенды, наконец-то, встретятся, почему я заговариваюсь, я не понимаю, ну, да ладно, друзья, я как-то по объездной там поехал, как бы, и объехал его деревню номер 12, вроде бы, да, как-то я не усек этот момент, да, ну, ладно, в принципе, в следующий раз как-то к нему заеду, там, что, это, посмотрим, увидимся, да. Да, ну и как бы я сразу вот напрямик через там через город жителей, соответственно, я вот приехал вот сюда, вот в эту деревню сразу же. Соответственно, что я взял? Я взял, соответственно, ну, ножик обычный, да, компьютер свой взял, 37 изумрудов, я думаю, этого хватит. Соответственно, вот несколько пицц кусочков, да, несколько вот также вот бургеров. Ой, это не бургеры, что это такое вообще, друзья? Это у нас какие-то, короче, какие-то штуки, да. Ну, типа, что-то бутерброды, да, друзья. Короче, для начала я хочу вот эту вот всю паутину убрать, друзья. Подождите, я смогу ножом вот этим вот убрать-то, ё-моё. Так, да, друзья, она убирается с легкостью. Давайте вот это все уберем, друзья. Ну, как видите, мой дом реально потрепало, друзья. То есть я сюда не заходил, то есть я уехал с этого дома, не знаю, где-то вот на неделю вроде как. Ой, на неделю. Что я несу, друзья? Я не знаю, что я несу. Я что-то вообще заговариваюсь дико. Вот у меня не было здесь и с Нового года. Я вот с Нового года вот здесь сидел, да, потом уехал как бы в город. Здесь пицца какая-то вонючая, блин, капец. Что тут у нас так? Фу, боже мой, это как всегда ванизм, этот стульчик. Капец какой-то, пацаны, реально. Так, что здесь у нас пусто, здесь у нас пусто, друзья. Ну давайте сразу же приберем, как бы это все. Так, паутинка здесь. Бутылки, что? Стул, пацаны, а зачем мне стул? Стул. Зачем он мне нужен вообще? Бутылка, ну ладно, пофиг. Ладно, пацаны, стул я себе оставлю. Так, вроде как, соответственно, мусорка возле кузницы, да? Вот, кузница. Так, отлично, мусорка. Ё-моё, какой же здесь ваниз. Подождите, даже пролезть невозможно. Как его открыть? Чего? А, вот, пацаны, что-то как-то странно, да, ну ладно. Вот моя лампа, я ее забрать забыл. Че я все ломаю, капец. Подождите, вот лампу сюда ставим. Чуть меня лагает Майнкрафт, реально, друзья, извиняюсь за это, извиняюсь. Вот, соответственно, мой компьютер, пока что его выключу, друзья. Так, сложу сюда изумрудики, соответственно, еду свою сложу. Блин, ничего не сохранилось, друзья, все украли. Вы помните, сколько у меня вещей было? Капец, я думал, здесь нормальные жители, они здесь все украли. Ну, друзья, что-то с моим домом, что-то, да, ему плохо. Подождите, а могу ли я пользоваться командами, друзья? Да, серьезно, друзья? Да, пацаны. Я просто похлопаю, потому что, друзья, я могу сейчас просто включить креатив, друзья. Да, я включил креатив, да ты шо, друзья? Не знаю почему, но у меня здесь на этом сервере опка, я не знаю почему. И да, друзья, реально креатив, смотрите, вот все здесь.
Все здесь есть, обалдеть, вот. Офигеть, пацаны. Тогда что? Тогда, друзья, тогда это повод для крутого видоса, поскольку я, друзья, буду делать ремонт в своем доме. Но, друзья, для начала, как бы, я его восстановлю, да? Соответственно, друзья, да, конечно же, креатив, да, это как бы нелегально, так сказать, в этой деревне. Это точно нелегально, поскольку, как бы, ну, как бы, да, я это знаю, я знаю правила этой деревни. Но, друзья, как бы, чуть-чуть-то можно, друзья, мне кажется. Тут, то есть, вот, он у меня уже новенький просто стоит, классный. Но, друзья, поскольку, как бы, я такой вот человек, который, как бы, ну, мне нужно больше, да, типа, вот, обычного такого всего. Мне недостаточно, давайте, друзья, здесь все уберем. И, друзья, соответственно, да, друзья, давайте сейчас вот эти все мои вещи сюда положим. И, друзья, теперь я хочу сделать, друзья, ремонт. Вот действительно ремонт, в котором можно жить. Ну, ремонт в доме, да? Типа, кстати, друзья, дом здесь довольно-таки маленький. Можно бы его было бы как-то увеличить, типа. Не знаю, насколько это законно. Так, отгоню, друзья, сейчас свою вот 99-ю. Я хотел бы вот этого, да, увеличить немножечко на несколько блоков. Типа, фиг знает, пацаны, фиг знает. Давайте попробуем чисто приглядеться, допустим, ну, я не знаю, вот такое вот, что ли. Мне довольно-таки будет уже хватит. И, наверное, вот здесь вот тоже увеличу на блока, наверное, 2-3. Вот так вот, друзья. Не знаю, вроде бы как нормально, типа. Сделай себе такой новый дом, типа. Ну, а чё, как бы я, как бы, законный житель этой деревни, как бы. Перепланировка, как бы, это не особо, конечно, типа. Это, конечно, запарно, да, там, по документам, там, по всем. Ну, а чё, друзья, а чё? Документы потом, документы потом. Сейчас, друзья, как бы сначала перепланировка сама будет. В принципе, не знаю, это довольно-таки... Это всегда интересно, то есть, переделывать свою хату. Так, главное, чтобы это сейчас все не развалилось. Почему у меня так фризит Майнкрафт, друзья? Вы можете мне рассказать? Хотя, чего вы должны были рассказывать? Я как бы должен вам рассказывать, почему у меня фризит Майнкрафт. Так, что будем делать здесь? Вот это вот мы сносим, соответственно, изменяем, друзья, сейчас пол. Так, друзья, что делать с этим? С этим мы берем, соответственно, вот так. Ой, не туда, не туда, вот так. И вот так, соответственно, теперь мы это все ломаем, друзья. Да, да, мы это все ломаем, открываем, соответственно, инвентарь. У меня все подлагивает немножечко. Это мы сложим сюда, соответственно, что мы делаем вот здесь? Это божеское окно мы ломаем, друзья. Я бы, конечно, хотел бы еще себе дом, знаете, немножечко получше. Зачем я лестницу взял, я не знаю. Берем стекло, соответственно, я хотел бы, знаете, друзья, дом вот как будто, ну, как вот тот, типа, да, как бы... Ну, хороший, да, большой, длинный, как бы, а то, знаете, я не особо люблю такие вот маленькие дома, типа, но... Че, друзья, придется жить в таком, как бы, ну, хотя, друзья, такое себе, конечно, получилось. Честно говоря, не особо мне нравится. Да пофиг, в принципе, друзья, просторно, нормально, друзья, нормально. Потом сделаем, друзья, крышу, в принципе, и все, как бы, все будет зашибись, все будет топово вообще. Так вот так, компьютер, друзья, выключим. Соответственно, друзья, у нас имеется вот такая вот супер-турбо-топовая хата, друзья. Но для начала я бы хотел бы еще по... Ну, для начала, для конца, друзья, постелить ковер какой-то вот такой вот черно-красный, друзья. Это, как бы, это не из-за компота, друзья, это из-за того, что я как бы люблю ну, красный цвет, да, друзья. Так, ой-ой-ой. Друзья, давайте вот так вот хаотично сделаем. Хаотично, как бы, оно, как бы, красиво, да, ну, оно, как бы, красиво. Да, сюда, соответственно, сюда, сюда, пацаны, сюда, сюда, сюда и вот сюда. Все, пацаны, смотрите, просто красота, и сюда еще красный, да, нужно будет.
Вы просто посмотрите, ну все как бы, пацаны, хата просто прелестная, просто идеальная. Подождите, а это что такое? Кокос? А, блин, нет, это не то, что я думал. Все, теперь в сундучочек слажем, соответственно. А, нет, друзья, нет. Сюда мы слажем, соответственно, это. Сюда мы слажем мой ножик. Да, друзья, не пугайтесь еще. Так, подождите, подождите, нет. Даже вот так вот. Сюда мы, соответственно, слажем, соответственно, пиццу вот так вот. И сюда, соответственно, вот так вот все, вот так вот по красоте. Все, отлично. Оно же, кстати, можно вон туда засунуть. Все, друзья, я все сделал, и как бы вот, да. Так, ну а теперь просто мы убираем... Стоп, что? Пацаны, вот это отлично. Супер-тупер-пупер тайминг, пацаны, просто я словил. Тогда, друзья, просто книжные шкафы мы поставим вон туда наверх, как бы, и все, в принципе, что? Хата готова, пацаны, хата готова, просто... Это я, наверное, сейчас просто куда-то положу на склад. Да, вот здесь у нас есть, имеется склад, соответственно. Это я просто сложу вот сюда на склад. Кстати, факел я заберу, поскольку как бы факел... Факел как бы мой, да, факел как бы мой. Так что, друзья... факел... вложим, соответственно, вот сюда. Все, пацаны, чё, хата идеальная, просто, друзья. Ну а за это можно подписаться и поставить лайк. За то, что я, во-первых, вернулся в деревню компота, друзья, это, как бы, да, это дорогого стоит, да. Потом, что я сделал дальше? Дальше я изменил вот такой вот деревенский дом на вот такой вот крутой дом, друзья. Это вообще, прям, я сейчас говорю, как на какой-то настоящий придурок. Ну да ладно, подождите, нужно еще мою эту ласточку припарковать. Вот моя ласточка, так садимся, друзья, заводим. И поехали, просто поехали, друзья, с ветерком. Да, куда с ветерком поехали, не знаю. Так, нужно ее открыть, чтобы, друзья, это как бы... да, угу, остыло. А то капец, пацаны. Ну все, смотрите, просто, друзья, идеальнейший дом просто за свои деньги, друзья. Я идеально в тайминг успел. Мне только что прям выключили креатив. Это, наверное, какая-то античит-система, да. Друзья, ну что ж, я напоминаю, друзья, подпишитесь на канал, собственно, ну, поставьте лайк. Напишите крутой комментарий, друзья, если хотите новый видосик, точнее новый влог, друзья, да, это типа что-то влогов. Соответственно, здесь я ставлю спаун. Соответственно, если хотите новый влог из деревни номер 13, друзья, тогда чё, не знаю, набираем лайков 60, наверное, 70 или 80 лайков, сколько вы это можете набрать, я как бы снимаю новый видосик, да, друзья, всем пока.